Председатель кабинета министров Акылбек Джапаров в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства объездной автомобильной дороги вокруг города Узген. Глава Кабмина подчеркнул, что проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Акылбек Джапаров подчеркнул важность проведения качественных строительных работ и завершения объекта в установленный срок. В настоящее время наблюдается большая загруженность автомобильной дороги из Бишкека в Ош. Новая объездная дорога позволит в значительной мере снизить интенсивность движения и пробок, а также позволит повысить безопасность дорожного движения. Протяженность автодороги 14 километров. Проект также предусматривает строительство нескольких мостов и подземных переходов. Планируется завершить строительные работы к концу года. Кроме того, председатель кабинета министров Акылбек Джапаров ознакомился с ходом строительства дамбы на реке Карадарья в Узгенском районе. Сметная стоимость проекта 731 миллион сомов, протяженность дамбы 4551 метр. Завершение строительства ожидается в марте. На территории близлежащих сельских округов Баш, Дубо и Корол планируется проектирование современных жилых комплексов. Глава Кабмина поручил подготовить качественный проект по строительству данных комплексов.